Москве прошла премьера фантастического фильма «За гранью реальности». В стремлении покорить западный рынок картину снимали на английском языке, а в качестве главной звезды пригласили мировую знаменитость Антонио Бандераса. Рядом со съемочной площадкой был снят гостиничный номер, где и была его гримерка. Но я был в этой гримерке, там ничего необычного нет. Фрукты и бутылка воды. В заметно приподнятом настроении появилась Эвелина Блёданс. Причем наперекор недавним слухам о счастье в личной жизни в гордом одиночестве. Не верьте слухам. Сегодня мне подарили 10-ку, а я ее уронила и разбила. Пойду поплачу. Милош Бикович, пожалуй, единственный из основной труппы актеров, кому удалось поработать с Антонио Бандерасом, сиял перед прессой со своей избранницей Аглаей Тарасовой. Мы познакомились, я не знаю, что он подумал. Наверное, он обалдел, когда он увидел, он плакал, почувствовал такой огромный талант, я не знаю. По заверениям продюсеров, картина, которая вышла в прокат на большие экраны 1 марта, уже раскуплена американскими и европейскими прокатчиками, а значит, надежды на головокружительный успех есть.